Великобритания выделит Франции 20 миллионов евро на решение мигрантского кризиса. Об этом сообщил французский госсекретарь по европейским делам. Средства направят на финансирование приютов, усиление охраны евротоннеля и портовых районов города Кале, а также на борьбу с нелегальными перевозчиками. Мигрантский кризис – одна из главных тем франко-британского саммита на французском Амьене. В переговорах участвуют Дэвид Кэмерон, Франсуа Олланд и ряд крупных чиновников с обеих стран. Также стороны обсудят будущий статус Соединенного Королевства в Евросоюзе.